Приветствую вас на своем канале Love Parfum, с вами Алексей, и сегодня, как и обещал, поговорим о новинке. О новинке, можно так сказать, 2016 года, апрель 16-го, но появилась на прилавках парфюмерных магазинов эта новинка только в 17 году. Встречайте, это новый аромат от марки Thierry Mugler, сейчас уже просто Mugler, Angel Muse, Angel Musa. Сейчас мы его распакуем. Приобрел вот такую чудную новинку. Женский аромат новый на подарок от марки Thierry Mugler Angel Muse, что означает муза. А сейчас на всех коробках, на всех ароматах, на ароматах Angel и на ароматах Ellen просто Mugler. Thierry нету. Не пугайтесь, слово Thierry ушло. У марки небольшой ребрендинг происходит. И просто марка стала называться Mugler. Раньше она называлась Thierry Mugler, либо Thierry Mugler, как вам угодно. Как обычно, мы видим синюю коробку, на боках или по бокам мы видим такой янтарно-красный цвет, и все усыпано это звездами. Выглядит как поверхность Марса. Аромат достаточно такой космический, что мы можем увидеть на обратной стороне. У нас нарисован космос и сам аромат в космосе. Такой космический камешек. И сверху у нас фирменная буква М. Ну, давайте распаковывать аромат. Ну что ж, вот мы открыли аромат. Видим вот такой конверт с надписью «Циркль» и «Just» что-то для меня. В общем, откроем его, посмотрим, что там в этом конвертике. Письмо какое-то мне пришло. Так, ну в общем, что мы тут видим? Ну, я так понимаю, тут что-то нужно заполнить в этом конверте. Да, угу. Фамилия, имя, адрес и прочее, прочее, прочее. Я так думаю, что это какая-то штучка, чтобы быть в курсе новостей. Вперед всех, может быть, получать какие-то подарки. В общем, я ее заполню и отправлю по нужному адресу. Такое интересненькое письмецо. Очень приятный сюрприз. Ну и мы видим сам аромат, который торчит у нас из коробки. Вот он, чудо-камень. Чудо-камень в форме такого эллипса, можно сказать, эллипстической такой формы. Жидкость янтарного цвета. По бокам у нас сделан, выполнен в форме металла. Но это, скорее всего, дешевый пластик. Так, больше у нас ничего в коробке. В коробке больше нету ничего. Вот такой вот чудо-космический камень. Сейчас нанесем его и поговорим о нем подробнее. С одной стороны только звездочка. Ну что ж, встречайте, вот он, космический камень, деликатес будущего. Давайте нанесем аромат на блотеры. Ну, это чудная гурманская новинка. Аромат относится к гурманским. Аромат такой достаточно острый, дерзкий. Я бы сказал, непростой. Послушав его, вы запомните его сразу. Ни с чем не спутаете. Такая жженая какая-то шоколадная паста, орех, карамель. Вот это все здесь прям есть. Очень-очень сладкий, гурманский. В принципе, у марки Thierry Mugler, да, все ароматы очень сладкие, очень насыщенные. Их Энджелы, их Олейн, да, вот это все такое очень сладко-гурманское. Вообще, в 92-м году первый Энджел появился на рынке парфюмерии от марки Thierry Mugler. И он вызвал фурор, и в то же время вызвал какой-то такой резонанс, можно, да, сказать, что люди не готовы были к таким сладким ароматам, гурманским ароматом. Ну, со временем это помогло, наоборот, бренду развиться и стать известным и популярным благодаря своим первым гурманским сладким ароматам. И здесь также, в этой же композиции, парфюмер хотел показать аромат, тот первый аромат Angel 92 года, и внести вот это вот все современное, да, сейчас все последние тенденции. И чтобы он звучал как тот аромат, да, который вызвал фурор в 92-м году.
но на современный лад. И это все в Энджеле Муза. Аромат вышел у нас в парфюмированной воде в двух объемах. Это 50 и 30 в моей руке. 30 миллилитров, вот такая маленькая штучка. Очень мне нравится дизайн, он очень крутой. Как и говорил, что хотелось бы, конечно, мне бы металл тут видеть, но тут пластик вокруг, ободок и звезда посередине. Мне очень-очень прям нравится дизайн, он очень крутой, он очень будет украшать вашу косметичку, особенно 30-ка, либо вашу сумочку, да и просто его где-то приятно положить дома, либо на столик. Форма такая очень крутая, прям редко ароматы встретишь в такой форме. И совершенно опять-таки новый дизайн, что меня радует, не очередной какой-то фланкер, сахарная звезда, это там у Тьерри Мюллер, а совершенно новый дизайн, новый аромат, можно так сказать. Что ж, давайте поговорим о нотах, какие же ноты входят в аромат. Грейпфрут, розовый перец, это верхние ноты, лесной орех, взбитые сливки, роза, ветивер и пачули. Больше всего тут, наверное, акцент сделан на ветивер, на лесной орех. И вот взбитые сливки – это такая сладкая восточная смесь получается. Он все-таки такой восточно-гурманский аромат. И привет всем тем, кто любит сладкие очень ароматы. На лето будет, наверное, даже чуть-чуть тяжеловат. А вот на весну, на осень и на зиму – это самое то. Пока что еще на улице прохладно. Советую всем либо послушать, либо приобрести этот гурманский аромат. Я думаю, вы не пожалеете. Но сразу говорю, что он очень резкий, дерзкий, сочный такой, своеобразный. Может, многим не понравится этот джон, вот эта карамель какой-то. Чувствуется сахар. Мне лично он напоминает аромат. Вот этой чудесной нутеллы. Этой арахисовой шоколадной пасты просто, но чуть-чуть пожжение. С удовольствием люблю пасту, а значит, я люблю априори этот аромат. Парфюмер этого сладкого деликатеса будущего Квентин Биш, и лицом аромата стала Джорджия Мэй Джаггер. Также я после окончания видео, вы можете посмотреть ролик, очень такой мощный взрывной ролик рекламный к этому деликатесу будущего. Что касается стойкости, то стойкость тоже меня порадовала. Стойкость 6-7 часов. Ну, советую, конечно, наносить аромат на чистую кожу после душа. Тогда аромат более правильно раскрывается, более красиво раскрывается и будет более стойкий на вашей коже. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, добавляйте ролики к себе. Все ссылки вы найдете под моим видео, под моей видеозаписью. Также не забывайте добавляться в Instagram, в группу ВКонтакте. Там я всегда выкладываю новости про парфюм. Пальцы вверх, помните, что аромат – это музыка тела. Всем пока! Hate to love.